Конечно, да. Для тебя, детка. Сейчас происходит секретное дело. Дима Билан репетирует свои песни. Да, 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 свои песни. Просто, знаете, очень хочет, у него не хватает для сольного концерта двух песен. Учим либретто. Вот, да. Либретто. Либретто. Вот этого, потому что партитурка не гага. Подключайтесь к нашей трансляции прямо сейчас в русрадио.ру и в группе ВКонтакте. Только попробуйте не подключить. Правильно, правильно Дима говорит. Правильно. Чтобы у вас глиссанда на восьмушечку не запаздывала. Нам присоединяйтесь, это главное на главном. Здесь русские перцы на русском радио находятся. И у нас сегодня потрясающая тусовочка. Напротив меня Полина Жукова, рядом со мной Димочка Морозов. Меня Антон Юрьев зовут. Ну что, вы готовы к тому, чтобы вас удивить нашим долгожданным? Готовы, ну, конечно, мы так долго ждали этого человека у нас в гостях, что и с нетерпением хотим вам представить. Дима Билан! Ничего, что я себе тоже представил вместе с вами. Нормально. Повелся на ваше настроение утреннее такое, бодрое все время. Послушайте, я вами восхищаюсь, честное да? слово. Спасибо. Правда, честно, абсолютно, потому что вы заряжаете прям с утра, и ох, на этой волне вы там катишься и едешь целый день успешно и удачливо. Да. Давайте я начну с фундамента, с того, что 14-е sold out, уже все продано, все билеты, 15-го мы открыли, потому что был спрос, и я этому, конечно, несказанно рад и счастлив. Вот, сейчас это очень показательная вещь, такая штука редкая. Вот, и это будет происходить все в Крокусе. Если кто-то не успел, 15 числа обязательно очень жду. Музыки я много, хотел сказать, понадергал из прошлого. Достал, скажем, из сундука, да, из антресоли. Вот, вдохнули, так немножко стряхнули пыль. Вот, и несколько там, 5, 6, 7 вещей, которые очень будут рады услышать слушатели. Которые вернут меня в детство. Да, реанимируем это, вот эту теорию якоря, как моя любимая теория. Музыка и запахи, они возвращают тебя в те самые ощущения, когда ты первый раз это все услышал, посмотрел, увидел, попробовал. Вот, поэтому жду обязательно. Конечно, и возродили, да, заново. Спасибо. А еще сегодня будет возможность выиграть 2 билета на концерт Димы Билана. Все подробности скоро расскажем. Трансляция на сайте rusradio.ru и в нашей группе ВКонтакте. Не переключайтесь. Поехали. Я к русским перцам так неосторожно. У них в эфире не смеяться невозможно. И вот сижу у микрофона, рыдаю. А смеха эти слезы, да, я точно знаю. Схему мы про стеллаж не забыли, в школе по труду проходили. Мебель у нас до неба. Что такой красный, под цвет рассказывает. У меня давление поднимается. Когда он стоит, знаешь. Я устигаю. Это видео было, я надеюсь. Все, чё? Да, все, ставь, да, да. Свободные руки. Свободная касса. Короче, руки. Да. Это Дима Билан еще не может до сих пор отойти от нашего конкурса, а где вот мы рекламировали Макдональдс. Спасибо тебе за эфир классный. Это было очень здорово. Смотрите, что он делает. Он делает что-то непонятное. Давай мы проанонсируем все-таки концерт, потому что... Друзья, 14-15 февраля. Концерт в Крокусе. Вот, будет очень много музыки. Ну, 14-го уже не попадут, а 15-го еще можно. Да, но в принципе, не знаю, можно какой-то стоп поставить. Вот, какой-нибудь билетик у кого-нибудь украсть. Все. Подбиваю к этому. Ну, на самом деле, жду, будет очень много интересного. За цветами. Дима Билан на русском. Мне дали билеты. Дали билеты, и я пойду. Я тебе обещал один, между прочим. Он мне обещал, Дим. Так я и вам тоже. Я вообще, в принципе, обещаю и выполняю. Спасибо, друзья, было весело. Бодрое утро, русские перцы.